Ребята, всем привет! Играем в Фазмофобию. Меня не было 4 месяца, но это было по техническим причинам. У меня дематериализовался микрофон. Если есть такое слово, дематериализовался. Дематериализовался. Ну, в общем, не было у меня микрофона 4 месяца. Теперь микрофон появился. Значит, нужно записывать видео. Поэтому будем стараться записывать видео. Значит, что у нас? Tanglewood. В общем, я решил, то что для разминки я же тоже Фазму 4 месяца, получается, не... Ну, может, не 4, может, 3 месяца не играл. Поэтому катка будет для меня страшная, для вас длинная. Вот. Но думаю, что-то интересное произойдет. Ох уж эти фрезы, у меня почему-то все время выхожу с того фургона. Вот что значит 30-50. Так, и чё тут? Куда? Мы же все забыли. Опа. Где? Куча. Где что упало? А, погоди, может, в ванной? Нет. Короче, я научился. Я до этого, конечно, это не знал. Но вот мы идем сейчас. Вот есть улика МП5. И вот эту улику МП5 можно прям с фургона раздобыть. То есть если у нас будет тут МП вот до четверки и пятерки, вот даже если до четверки дойдет, то это уже значит улика МП5 есть. Если дойдет до пятерки, то это уже стоп. Ну, короче, вот четверка-пятерка, если долетает, то значит МП5. Я до этого не знал об этом. Так, что у нас тут? Так, я еще ничего не поставил. Нахрен я блокнот вообще взял? А чем дру? Вот видеокамеру как раз. Да что так фризить-то? Может, на SSD-шник игру поставить? Ай, блин. Чё, скотина? Так, пойдемте пробки врубим. Думаю, хорошая идея. Ой, у меня волосы дыбом встали. Рубильники эти поменяли. О! Да ты охренел! Ой, и тут огонек есть. Минусовой нет? Нет. Все, на, лови свет, говнюк. Рассудок мне весь посадил. А камеру можно оставить. Она, может, страшнее стала. Тут вообще скрымаков раньше меньше было. Что, у меня еще МП есть? Давай МП поставим. Нет, у меня аж левый наушник выпал. О, МП5 было? Да, пятерка, все, значит, вот, вот у нас теперь МП5 улика есть. Вот она потом подтвердит 100 пудов. Ну, как я понял, там вот рассказывали про это. Фонарик, в принципе, не нужен. Что надо? Вот это обязательно. О, а, все, больше. А, призрачный огонек же еще. Пройдю абак. Что там еще взял радиоприемник? Угу. Ясненько. Да, надо отпечатки брать. Что у нас там еще у радио? Лазерный проектор. Давай лазерный возьмем.
А, кстати, а прятаться-то где? Шкафчики там. Шкафчики, кстати. Радио. Да? Видимо. Он бы уже, я думаю, отпечатки оставил. Ну, типа, Обама. Крест не оставил. Ты еще здесь, а? Да. Ну давай. Как тут ставится вообще камера? А? Тоже поменяли эту штуку. Давай-ка вот так вот. Вот сюда. Все. Смотрим. Че, все? Что-то проектора не вижу. Хорошо, давай туда. Давай туда. Возьмем вот это. Что мне там с рассудком? 61. Какой громкий звук. Ну вот опять подскакивает, это уже больше, чем MP5. Вот это же есть, получается, активность MP. Так. Я что-то не понял. Ты кто такой? Бак, может, что поменялось описание? А, редко оставляет следы. А, сейчас тогда. Че ты, собственно, кто? Оставишь мне отпечатки где-нибудь? Или не оставишь? Опа! Ага, я же говорил. А че на камере? Он не мог на камеру пройти-то. Говнюк. Где ты там? Радио. Странно. Так, все, у нас лазерный пентарадзю, понятно. Что теперь там по заданию? У меня, короче, нет привычки смотреть задание в начале катки. Я все время смотрю в конце. Так, небольшой технический перерыв. На чем мы остановились? А, задание. Значит, это... Не знаю, выполним или нет. Это выполним, это выполним. Логование и... Убежать. Да, убежать. Да. Еще МП. А, МП там все. Ч
Че он пробки вырубил, говнючок такой. О нет, ну только не говори, что переместился, пока я отходил. Где камера? А, погоди, еще на мимика не... Тут призрачный. А что он тут сейчас бросил? Ладно. Мимик, а что у нас с мимиком? Так, давай МП. Пойдем, может. Увидим, что он тут бросил. Ничего не бросил, ясно. Давай сюда благовоние. Так, и... Есть? Есть. И МП теперь надо. Пойдем пока за благовонием сходим. О, косточка, кстати. Где фотоаппарат? Фотоаппарата и нету. Шкафчик, блин, а я МП. Сейчас фиг МП это замелим. Ладно, сейчас, может, успеем. Че, фотик. Да ё-моё. Давай еще что-нибудь бросай, скотина. О, молодец. Где МП? Это что? Что это? Дим. Так, все. А сбежать от призрака это еще надо постараться, сколько мне там рассудок, то зачем я эти таблетки съел? Не, это не будем выполнять, все, погнали. Так, радио. Так, радио. Ничего, я бабла. Три... Сколько? Два уровня прокачала с половиной. Ну, можно сказать, три отсюда где-то и начиналось. Ясненько. Ладно. Ну, в общем, такая вот катка получилась. Спасибо за то, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Что там еще колокольчики ставят? Вот ставьте колокольчики, если хотите. В общем, все. Всем пока.